И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. И сегодня, так сказать, появилась некая возможность показать вам, что же случается с базами, которые, ну, так сказать, с базами людей, которые уходят. Вот, здесь идет рейд-блок, то есть ты не можешь разрушать в течение 15 дней. Вот, и, собственно, вот на базу уже практически одна разрушилась. Вот, одна база практически разрушилась, но, к сожалению, или к счастью, еще надо 10 минут подождать. Ну, хотя 10 минут тоже не сильно много. Вот. Разберу три кеца, нафига не видел. Моего кеца 20 веса. А если я солью, там все, это пиздец будет. Я лучше одного возьму. Вот. И, собственно, летим мы на базу. Ну, единственная проблема, он на летающем острове. Вот. И, кстати, насчет графики. Я повозился с стандартными настройками графики. Типа Extremality Low график или что-то типа того. Потом просто Low график. И No Sky. Все говно. Единственное, вот сейчас я играю на No Sky. И честно, никакой для меня разницы нету. Для моего железа разницы нету. Чего? Кстати, наоборот. Я когда Extremality Low график врубал, у меня запись показывала 20 FPS. Сейчас, ну, вы сами видите, сколько показывают. Почти что 40. Ну, 35 в среднем. Ну, поэтому, то есть, чем мощнее у тебя железо, тем мощнее тебе нужно ставить графику для комфортной игры. Это, честно, первый раз я такое встречаю в целом в играх. Вот, и в целом это даже прикольно. То есть ты, по сути, я вот тогда улучшил, да, себе графику, и опаньки, все. Графика улучшилась, а картинка осталась та же. Ну, не знаю, я включил с No Sky, нужно ли это или же не нужно, я не знаю, но... Ладно, посмотрим. По крайней мере, пока что я сниму так вот, а там уже будет видно. Потому что, честно, я разницы практически не замечаю в FPS. Хотя вот что-то... То ли из-за компа у меня тоже нужно его перезагрузить, отдохнуть, дать ему и так далее. То ли из-за... Так, я сейчас смотрю, Виверн, Дрейков, все дела. Вот. Ой-ой-ой. А чё это там врезался? То ли из-за компа, то ли все-таки из-за настроек. Потому что тоже No Sky, все дела, это. Да какого твою мать, я что-то врезаюсь, а? Я просто в пустую стену врезаюсь. Точнее, невидимую стену. Обрулил ее, посмотрим сейчас. Вот, уже лечу. Так, где эта базюка? Где эта базюка? Ладно, сейчас поищем. Так. Ну база тут лагает, конечно, просто обздец. Потому что очень дофига. В общем, вот она такая вот база. Ой, вы смотрите, сколько FPS. Ну нафига такие дебильные базы? Вот поэтому я ненавижу большие X-рейты и ненавижу модовые сервера и PvE в целом. Но приходится на них играть, так как по-другому вариантов у меня нету. Вы смотрите, просто обздец, каков FPS, я манал. Вот, но суть в чем вы уже поняли. Вот смотрите. О, можно уже разрушить, пока мы сюда летали, пока я там приключение свою жопу нашел. Свалился с кетца, в общем, пошел залутать плотину, сел на кецеля, с какого-то перепоя у меня спрыгнул с кецеля. Бобер забежал на кецеля, давай бить кецеля. Я отца попросил, чтобы он... А кецель взлетел, короче, просто тупо к небу, дебил тупорылый. Я отца попросил, чтобы он убил бобра и поднес меня туда. А, это просто кошмар был. Так, ладно. Посмотрим. Что-то как, да где? О, и как раз светает, отлично. Не бегай. Быстро. Жрет тонны и тормозит моя база. Это полный кошмар какой-то. Твою мать просто. Как эта база тормозит у меня. А, во! Разрушить. Ломай.
Я смотрю. Посмотреть инвентарь. Ох, твою же ж матушку, голова. Головы, это, конечно, хорошо, но у меня опять зависло. Ах, кошмар. Чфак, бродяги. Офигеть. Офигеть, конечно, это да. Так, вроде как восстановилось. Так, я вот это хочу взять. Ничего не знаю, я возьму, короче, одну голову, одну вот эту вот, а скин у меня есть. А, так они все весят фигово. Отлично. Ну, так как от Зака нашел, поэтому я как? Я так, тут как смотритель. Вот это уже, конечно, повеселее. Это, конечно, повеселее. Ресурсы, все дела. Ну, наркотик в основном здесь такой придет. Ну, хотя, хитин. Режь, что нужно. Остальное. Ое. Я. Только сначала не бери. Я. Так. Уже бери. Вот. Ты чё, ресы не нужны? А, ты скидываешь. Отлично. Конечно, жаль, что нельзя потом динозавров притомить, то есть это, конечно, жалко с одной стороны, ну а что поделать. Бери все, что нужно. Не, ну реально, как бы. Это человек просто мне, так сказать, показал, вот, пожалуйста, и все. Я ему говорю, бери все, что нужно. Все, что считаешь нужно, все бери. Все остальное я уже заберу. То есть, как бы, это не проблема. Вот, я как бы... Это он нашел, он мог просто пойти в соло все залутать. Ну, а я решил этим воспользоваться и... Тонны. Потом увидишь... Бегает, бегает. Остальное можешь брать, отлично. Вот теперь остальное я уже забираю. Взять все. Стой. Привет. Я что-то не думал, что я настолько... Ох, твою мать. На, забирай. Бери. Выбросить. Отлично, я сейчас... мне, по сути, порох-то и нафиг не нужен, если уж на то пошло, тем более в таком количестве выбросить и... Нафига порох вообще? Ну ладно, короче, нужно будет, я все это сделаю, потому что он нафиг мне не нужен. Так, что тут? Хитин, кератин? Нету ру... Ладно, ем. Ой. Такс. А сюда я скину нужное. Ну, просил же не торопиться, на щечите в натуре. А, вот это надо выбросить. Вот поэтому я ненавижу играть с кем-то, это просто обзец какой-то. Это вот это через чат я ненавижу, ей-богу. Я в следующий раз, когда буду сервер выбирать, я это... Не буду никому говорить, где я... Играю. Я сразу говорю. Так что не спрашивайте меня. Я не смотрел. Же не торопись. Так, ну вроде бы все. Гнали дальше. Объяснил я человеку то, что это полный кошмар. Он торопится. То есть, понимаешь, ты лут исчезает. Да, я понимаю, там есть время. Но я сейчас сраный инвентарь разгружал бы почти 10 минут. Это настолько глупо, это просто... Это, я понимаю, что там просто... Да-да, быстрее. Это... Незачем торопиться-то, твою мать, короче, блин. Ну чё за глупость творишь, блин? Нафига эти долбаные ломать? Ой, блин.
О, вот это вот я возьму два, сразу парочку, я вот эту сразу возьму. Я хочу рыбачить. Седло, спина. Ну ничего такого. О, сейф, кстати. Анунаки сейф. Сейф. Я сейф возьму. Накет. Бля. Так. Андерпфа. Ну, так сказать, для парников и так далее. Би. Ну, я вот 40 взял, чтобы это порыбачить, посмотреть, как она здесь рыбалка сделана и так далее, сколько лутается и так далее. Чтобы самому не добывать, я сразу же взял, спер в наглую. Ну, блин, ну что ты творишь, а? Где пакет? А, ну это голова. Просто простая голова. Все взял. Поэтому я говорю, я ненавижу с кем-то играть. Вот. Наконец-то, блин. Потому что это просто глупо все выглядит. Жди. Когда с человеком не играешь, да, то есть именно вот так вот по-обычному, по-нормальному. Тем более, когда с кем-то играешь, всегда торопится, куда-то торопится, куда торопиться. Мы не на рейде, чтобы торопиться. Даже не на офлайновом рейде, чтобы торопиться. Натуре, блин. Здесь твою мать как лагает. Здесь до десятки, да тут даже двадцатка FPS. Это полный кобздец. А он куда-то торопится. О, маленький-то какой, смотрите-ка. 150 всего. Так, вроде бы все. Короче, я ломаю. Смотрю и лутаем. Лутаем. А, господи, ты божечки, ты мой, да видел. Да видел тупую голову. Ёпрасоте. Или он там уже не про голову говорит, не знаю, блин. Такс, оружие. Броня. Схема. Вот здесь в основном все броня, я смотрю. Броня, 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 броня. Смотрел. Здесь в основном броня. Ну здесь что? Штурмовая броня, вот она это идет. Цветная. Да, вот тоже штурмовая броня. Ну здесь штурмовая броня в основном. Я лично все заберу, все, что ему не нужно. Оденься. Вот. Такс. Так, 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 так. Ненавижу эти лаги. Ой, блин, кошмар. Ну это из-за моего компьютера такая проблема именно. Вот, все выбирает. Такс. Да, только включая запись, сразу же двадцаточку. Ой, десяточку он только кушает, а сразу же. Да, кошмар. Такс. Разрушаем. Смотрим. Вот здесь оружка. Здесь чисто воды оружка. Здесь чисто воды оружка. Патроны, короче, всякая фиговина. Обвесы. Все. Так. Ну, следующий вполне такой банальный. Патроны. А, стоп, патроны. Не только патроны. Здесь фляга. О! А, не, писать не буду, а вдруг не увидит. Так, патроны, 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 патроны и кошки. Сандропов.
Если не увидят, я стырю дротики. И стрел. Ну, стрел тоже много. Я такой плохой человек. Лутай. Ну, а вот что я взял в итоге. На снайперскую винтовку, штурмовую винтовку. Ну, крюки на всякий случай взял. Ну, и дротики, и стрел он почему-то не взял. Я потом скажу, что он стрел-то не взял с дротиками. И стрелы не взял. Ладно, если нужен будет, я потом ему дам. Ну блин, вот ты любишь поставить туда, куда нафиг не нужно было ставить Дрейка, я тебе говорю просто. Немножко, кстати, разгрузились. Сейчас мой весь лут лежит в это, в кеце. А его лут лежит в сейфе. Здесь 150 слотов, и это просто абзац какая-то, лагучая база. Не, я взял после того, вот, ресурсы, 76 слотов он уже забил. Я взял дротики после того, как ты это, сказал все, так что ничего не знаю. Дротики, если чисто на разбив, ну... Да ладно, эти дротики шидрон домашние. Ну хотя да, по сути, у тебя дрейк, тебе они нафиг не нужны. Так. В натуре лагучесть какая-то, а. Не могу я быстро все это. Ой, фу, тут краски распылителя. Краски, краски, распылителя. Ну хотя я вот возьму один распылитель. Я им никогда не пользовался. Удачи тебе. Ничего не нужно, блин, я бы взял бы. Так, давай-ка я сейчас вот это вот разрушу, посмотрим, потом я красочку распылю, посмотрю по красочкам. О, шапочки. О, кстати, это новые шапочки. Новые шапочки, кролики, скины, фейерверки. О, это что это? Мыло. Скины. Так, погнали дальше. Пустой, да ладно, пустой. Погнали дальше. И снова пустой. Ну, здесь, видать, уже просто запас... А, не, нифига. О! Блэк Додо костюм. Нужен. Нет анунаки, так нет анунаки, вообще пофигу. Один. Взял. Так, костюм. Special made in the Dodo Rex. А, он два взял. Ну, так, на всякий случай. Кстати, да, я вот здесь красочек набрал, и все остальные скины тоже подобрал. О, а это что за фигня? А, дубина трость, леденец, скин, штука для... Скин? Ну окей, потом разберемся. Так, ну а теперь давайте посмотрим верстачок. Посмотрим верстачок. Я думаю, в верстаках у него все основные ресы. Да, вот они, стены и так далее, и так далее. Вот они, ресурсы пошли, трубы, краны и так далее. Да, вот они все ресурсы, какие-никакие. Забирай, что нужно. Так, тем временем наступила ночь, но мы продолжаем. Я там, собственно, немного труб взял и парниковую фигни. Так, давайте посмотрим. Ну, вот они, собственно, и уже идут ресурсы. Да, тут металл идет. Так. О, ну так, более или менее. Бери. Да, тут уже так, более или менее уже ресурсы идет. Опять-таки же, кроме кристаллов, пускай все берет. Так, ночь продолжается, ну а мы продолжаем лутать. Разрушить.
И посмотрим, что у нас здесь. Ну, также, говорит, булочки. Так, головы. Цветочков-то сколько-то, господи, так хорошо-то. Пополам поделим. Шерсти. Так, ну... А, ну вот тут уже более или менее. Так, ну, стрелы в основном. Так, о, седла, ты посмотри-ка на альфа-чей седла цветные. Лутай. Цветы пополам. Грибы, потому что мне не нужны, но сами видели, сколько их дофига у меня грибов. Так, я заберу. Ну, голову, я думаю, он уже взял. Я вот эту возьму тоже. Сразу же, так сказать, чтобы немножко подотсеять. Говорит, голову вот эти вот нужны для чего-то. А, на босса. А что они дают? Просто я вообще без понятия, как бы, что это за фигня. А, только имя приручать можно. Отлично. Ну ладно, с этим мы потом уже разберемся. Что-то когда где. Сейчас уже пускай все лутает. А, чутка разгрузился. У меня там в Кицале перевес был по количеству. В инвентарь Кицале все абсолютно не влазит, так сказать, как бы хотелось. То есть у него инвентарь не бесконечный, и рано или поздно карманы у него заканчиваются. Вот, а каждый, допустим, скин... Да, я понимаю, тут я сейчас лишних нахапал, но что поделать. Вот, дома уже разгружусь. Каждый скин занимает один слот, поэтому как бы такие вот дела. Хе-хе-хе, я пирать что-то. Тут не спорим. Тут и не спорю, то, что ты раньше по боссам пойдешь. Ну, он попросил, чтобы ему это помогли с Дрейком. Собственно, один из зеленых Дрейков — это его. Так, ну и я дам ему один. Так, ему вообще нужно. А, ну у него еще слоты есть, но я ему... Ну вот, ну я ему, собственно, и оставлю. Экс. Вот, и, собственно, всякую мелочевку нужно загружать именно в ящики, а не только в инвентарь, блин. Так, ну и, собственно, уже светает, а мы продолжаем лутать. А, последнее осталось, это печка. А печку можно только включить, прикиньте. А печку можно только включить, она не ломается. Ну, собственно, по-моему, и все. Здесь уже дальше пол идет. Давайте осмотрим базу. По сути, здесь вся база и есть. Давайте осмотрим, что у нас здесь. Вот, как раз рассвело, как надо. Здесь гараж. Ой, 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 как лагает мне здесь. О, я здесь могу пройти. Круто. Я чувствую себя как маленький ребенок, когда там лазит всякие по подвалам и так далее. Вот, всяких катакомбах. В натуре. По-другому как-то себя невозможно здесь чувствовать. Так, что у нас здесь? Здесь двухспальные кровати. О, кенгуру. Жаба. Ну, смотри, у него очень много бадасов. Он любит собирать именно бадасов. О, генератор. Давайте генератор. Включить, можно разрушить. Давайте посмотрим, сколько здесь топляка. Ну, 1700. Не так уж и много, но не так уж и мало. Так, давайте смотреть, что у нас тут дальше. Просто от заката шел. И как бы я думаю, да тут и больше и делать нечего уже. Так, это кран, это вода. И тут печка, еще два дня стоит. Ну и все, собственно. Так, что у нас тут еще недолутно? Здесь, как видите, ну, осталась всякая фигня, типа, ну, кстати, вот это давай тоже заберу, пригодится. А, здесь остались скины и кожа. В общем, очень много стрел, которые легче состряпать, чем их перевозить и перетаскивать. Вот такие вот он дела, ну, такая вот база. Посмотрим сейчас, что еще есть, чего еще нету. И уже включусь на базе, если ничего не найдем, потому что это... Он опять...
Ну, все не все, а холодильник остался. Хэц! Холодильничек. Где же могут быть эти? Киблы быть. Нет, это только яйки. Ай-яй. Цанадо. А, черт побери. А, кормушки не видел. Такс. Давайте разрушать дальше. А, это включить. А, это я тоже не могу разрушить, потому что здесь это... Блин, так же, как и печка поставлена. Так, стоит паразавр, черепаха, трайк, дила и кто это? Раптор. Чё, надо? Не надо? Так, давайте смотреть дальше. Там вон кондюканы. О, тут еще есть. Да твою же шметь, а. Ой, это я залагал. Так, ну здесь мясо. Сейчас. Здесь еще мясо. Я потом скину ему все это дело. Посмотрим. Так будет быстрее, чем я буду писать в чат из-за одного куска мяса. Так, здесь пусто. Так, ягодки. Я мажеберки заберу. Так, здесь пусто. Яйки я тогда забираю. Сейчас только вот отлагаю и забираю. Раз ему они не нужны, да твою мать выключись. Так, что ты там еще ломал? Кормухи, что ли? А, стену сломал. На улицу захотел. Клаустрофобия. Такс. Ну, это он уже проверяет, есть что, нет чем. Так, жаль, конечно, Дрейка нельзя взять. Я бы одного бы зелененького взял, даже самого слабенького. Так, ну вот, и теперь уже, по ходу дела, все-таки все. И на этой базе ничего нету, не осталось, кроме вот этих кондюков. Так, это что, кондиционер, да? А, ну, вот, большое количество кондюков, так сказать. Помещение-то большое, нужно много. Вот, ну и уже, пожалуй, все. Кстати, как я понял, провода у него ведутся под полом, и это очень даже кайф. А, не, под потолком, вон они, по ходу дела, ведутся. Под потолком, и там просто спрятаны розетки. Сейчас даже давайте посмотрим. А, нет, это кран, это вода у него под потолком. А, ну, значит, розетки под полом. Да, ну, в общем, прилетели к Кадзака, чтобы уже ему разгрузиться. Мне-то легче явно прилететь. В целом, общий вес 8000. 8100 было вместе со мной. И сейчас я вам покажу то, что я залутал. Ну, всякие доспешки, это, понятное дело. Я потом половину отсею, патроны немного. Скины. Из нужных это цементная паста, обсидиана тонна, чтобы его не лутать. Цветочки. И топляк. Топляк я там половину ему скину. Ну, чтобы у него тоже было. Сейчас по моим ресурсам пройдусь. То есть вот они, ресурсы, 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 как бы немножечко. Ну и здесь в основном все скины идут. Здесь я тоже на всякий случай поставил шкафы, но, собственно, это уже не пригодилось. Здесь пустой. Это я уже ему скидывал ресурсы. Что нужно возьмет. И вот они, собственно, все, что он сам себе залутал. Ну, кстати, у него топливо есть тоже. Вот они, ресурсы, ресурсы, сам желтое оружие, ну, то есть то, что ему нужно, так сказать. Вот, ну, все, что залутал, так сказать. Ну, в общем, ой-ой-ой, как лагает. В общем, вот такого, на этом уже все. Вот такие вот приключения, вот такая вот база. И вот такие можно сокровища добыть, так сказать, как пираты просто пришли и... Нашли сокровища и залутали их. Откопали, залутали и добыли. Ну, а что поделать? Собственно, человек, если 15 дней уже не заходит на сервер, это что-то же значит.
Вот такие вот дела, народ. В общем, на этом я буду с вами, пожалуй, прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. Кстати, пишите комментарии о том, что вы об этом всем думаете и так далее. Всем удачи. Ну и, конечно же, всем пока.